Новые палаты, дорогое медицинское оборудование и долгожданный капитальный ремонт. На базе городской больницы номер 8 открыли отделение реабилитации и восстановительной терапии. Здесь лечат инвалидов, колясочников, тех, у кого проблемы опорно-двигательного аппарата, а также бойцов АТО. Проведен полностью капитальный ремонт от крыши до подвала, сделаны, заменены все коммуникации, проложены новые кабеля, проведен ремонт системы отопления и вся косметика. Все сделано так, чтобы людям с ограниченными возможностями можно было, должно быть комфортно в этом отделении и получать достойное восстановительное лечение. Сколько денег ушло на капитальный ремонт и что еще появилось в новом отделении, смотрите в специальном репортаже наших корреспондентов.